Говорят, он обладал редким качеством, мог поддержать в любую минуту. И как настоящий капитан оставил свой корабль в блестящем состоянии, с хорошей командой, готовой к самым дальним плаваниям. Владимира Калашникова не стало 12 июня 2019 года. Но память о блестящем ученом и великом организаторе, который внес особый вклад в развитие научных исследований и повышение обороноспособности страны, жива в сердцах его близких, коллег, друзей и его учеников. Владимир Васильевич – выдающийся ученый, технолог, руководитель. Выдающийся человек. Владимир Васильевич, помимо своих уникальных профессиональных научных знаний, конечно, обладал уникальными качествами человеческими. И все, кому посчастливилось с ним быть знакомым, учиться у него, вместе с ним работать, вместе с ним трудиться над научными разработками, это прекрасно знают. Он был небезразличен к науке, образованию, государственному управлению. Человек с большой буквы, как отзываются о нем коллеги, был чутким и в то же время требовательным к своим ученикам и последователям. Мог легко отстоять свою точку зрения, интересы университета, коллектива. В его честь, в день его рождения, у корпуса университета на Первомайской, 1, сегодня открыли мемориальную доску памяти. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Слова благодарности организаторам церемонии выразила вдова Владимира Калашникова Антонина Стаценко. От всего сердца вас всех благодарю за то, что вы пришли, за то, что вот его день рождения. И я так думаю, что он не ушел, он вместе с нами. Вот я его всегда чувствую, он всегда здесь. Он был все время созидатель. Вы посмотрите, сколько он всего настроил, сколько он всего сделал. То есть для жизни, для людей. В Самарском политехническом университете Владимир Калашников отработал более полувека. Ректором сам ГТУ был избран в 1999 году, затем стал президентом вуза. Также принимал участие в ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС. В завершении церемонии собравшиеся возложили к мемориалу цветы. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.